школе номер 1 города Каспийска состоялся семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, наставников движения первых всех образовательных учреждений, в ходе которого прошла воспитательная практика вместе с детьми, а не вместо детей, где обсуждалась важность данного движения именно для детей. Поэтому сегодня будут проговариваться все проекты важные, которые идут по реализации. Мы, конечно же, хотим, чтобы с нами вместе были учителя всех школ города, были родители, которые поддерживали и помогали ребятам. Самое главное, что это движение дает ребятам развиваться, не только учиться и получать оценки, но еще и расширять свой кругозор, свои знания и умения. На семинаре были также подняты актуальные темы для гостей. Это конфликтология, умение правильно вести работу при стрессовых ситуациях и обсуждение новых проектов. Кроме того, организаторы встречи также провели небольшие интерактивные игры, беседы и многое другое. Мы соотносим наши ценности и смыслы с потребностями ребенка и приоритетами государства. Наши приоритеты – баланс между «я» и «мы», взаимоуважение и взаимопомощь, воспитание достойных самостоятельных граждан страны. Завершилось мероприятие совместным чаепитием.